Это ситуации, в которых никому не пожелаешь оказаться. Открыл дверцу своего скворечника для лазурных птиц, чтобы проверить птенцов, и обнаружил внутри эту змею. Все птицы были съедены. Кстати, это очень распространенная проблема в США, и там даже существует правило, по которым скворечники надо оборудовать защитой от змей, чтобы не превращать их в кормушки. Самое неудачное падение. Я упал, но не волнуйтесь, ребята. Кактус смягчил мое падение. Так этот мужчина подписал свой пост в соцсетях. Собака решила прорваться сквозь дверь моей спальни, пока я был на работе. Если вам было интересно, что будет, если забыть про варящиеся яйца, вот фото.